Смешивайся, исполняй сокровища благих и жизнь подателю. Приди, вселись в ныне, очисти ныне всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые пости, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Ночи наши же, и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле, хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников наших, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Царю и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание велели потоплеться и сядеясь светом якоризою, достирай небо яку кожу, покрывая водами превыспрение свое, полагаю облаки на утверждение свое, ходяй на крылу ветреню, твори ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездна якориза, одеяние я на гора станут воды, от запрещения твоего побегнут от глаз и грома твоего боятся. Насходят горы и не сходят поля вместо ежи основалось им. Предел положилось, и егоши не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая сочки в дебри, посреди гор пройдут воды. Напояются звери сильные, ждут и нагрев жажду свою, но ты птицы небесные привитают. От среды камня дойдят глаз на твои горы, от превыспренних своих, от плода дел твоих насытится земля. Призывают траву скотом и злак на службу человека, везти хлеб от земли. Не вино веселит сердце человека, ума сетелится, и лейми хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа, пускай кедры ливан сей же и сено садил. Там у птицы вогнездятся и роди его жилище, предутичит свое тыми. Горы высокие, ленив камень, прибежище заяцем сотворило и слунуло времена. Солнце, познав запад свой, положилось и тьму, и весь ночь. В ней же пройдут все звери, дубра в низким, не рыкающего светить и взыскать от Бога пищу себе. Посия солнце и собравшися, и вложит своих лягут. И зайди человек на дело свое, на дело не свое до вечера, як возвеличишься дела твои, Господи. Вся премудростью сотворилась, и исполнится земля, твари твоя, сие море великое, великое, пространное. Там у гадеешь нечисла животное малое с великими, там у корабли приплавают, змеи сей его же создалось, и ругатися ему, вся тебе чаю дать пищу, и во благо время даже тебе им соберут, отвешу тебе руку всяческое, исполнится благости, открашу же тебе лица, возьмутся, ты имеешь и дух их, и исчезнут, и в печь свою возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновишь лица земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь в деле своих, презирая на землю и творею трястися, прикасайся горами дымятся, воспою Господи, вив в животе моем, пою Богу моему, дом, где же есть, да усладится ему беседа моя, же возвеселюсь, о Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не быть им, благослови душе моя Господа, солнце позна запад свой, положилось и тьму и весь ночь, як возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О Свышнем мире и о спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церкви и соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святым храме
всеми с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй нам, Господине и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о экзархе его, Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Вениамине, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людям Господу помолимся. Господи, помилуй. Все начальствующих, учащих и учащихся Господу помолимся. Господи, помилуй. О Бога храниме и стране нашей, властях, воинстве и народе и я Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благом растворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О падающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшая, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Себе, Господи! Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
посланничу Твоему, Господи, не спасется, или кто не дугуя и припадая-ка, врачеству Твоему не уврачуется, содетелю всяческих и врачу недужным, Господи, прежде даже до конца, не погибну, спаси мя. Искупины возвать Тебе, Господи, Господи, служи глаз мой. Омый мя слезами моими, спаси яко, осквернися многими грехи, тем же и припадаю, чисто греши, Боже, помилуй мя. Да вот уж и Ты не влечи глаза моления моего. Овчая словесного Твоего стада, я к Тебе прибегаю, пастырю доброму, взыщи меня заблудшего Божия, помилуй мя. Аще беззаконие надлежи, Господи, Господи, кто посвяти, як у Тебе очищение есть. Великий Эфирь, вернее во время покажем воздержание труды, якуда славу великую получим, милостью великого Бога избавь. И избавляем пламени Киенского. Имени ради Твоего потерпите, Господи, потерпи, а душа моя слово Твое, упова душа моя на Господа. Время прощения ныне, преполовившее начало божественного жития, яве покажем, и в конец добродетельного жительства достигнуть и тепле пощимся, якуда приимем сладость нестареемую. А стража утренней до ночи, а стража утренней доповает Израиль на Господа. Преполовившийся и священный прощение путь к будущему радостью, потецем, благотворение елеем души, помазавшей, якуда сподобимся Христа Бога нашего и божественным страстям поклонитесь, предварите и страшное, и святое воскресение. Яко Господа милости много него избавление, то избавит Израиля все беззаконие его. Тите, Богомудрый Отче наш, Твой нося крест Христу последовал еси, и страсти вся души покорил еси, а тому душе благодать свыше приял еси, врачевать и страсти притекающей Тебе, утешать недуги и отгонять и духи, тем Твою память празднуем и блажим. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди. Тите все блажение, Отче наш, постническими пребывания священа, очищаем и ум причастие божественными просвещая священством, масть всесвятую, манием Божественного Духа, воистину прият послужил, если добре на земле Богу и изиждителю Твоему, як уже ангел. Як утвердись и милости у нас, истина Господня пребывает вовек. Преподобни Тите благодухновение православия светом, душу осияв, темную ересь мглу умалил еси, и воссияв яко светлейшая звезда, просвещаешь мир о конце чудодействы Твоими, лученосными всегда, тем Твою память празднуем торжествующе. Отца, и Святый Чай, и Святый Чай.
скоро услыши мя во дни души моей и избави ю. Тебе подобает хвала,
Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исполни вечернюю молитву нашу, Господи. Твоею благодатью. Господи, помилуй. Вечера всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Подай, Господи. У Господа просим. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Подай, Господи. Кручее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим. Подай, Господи. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Подай, Господи! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Себе, Господи! И по благе человека любец Бог, если и Тебя славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
Божия, человек упавший был нешедый, Иисус я плод нашел в кисе и смертью своею, смерти державу разрушивый, Иисус я божественный, и тайной нас обоживый, Иисус я страдами и крестом твоим, весь мир искупивый, Иисус я Сыне Божий, помяни нас, я так приди живот царствие Твое. Егда, яко бремя тяжкое, греси наша, отяготеша на тебе, ты бо Адама погибшего, на рама восприим, отцу представил еси, преклонь колено моляся, о всем губа с верою и любовью пою тебе, аллилуйя. На земли, но по всем связавши тя, ведуша на судище, мы же на всем пути припадающих тебе, с любовью зовем, Иисусе свете мира, от мира лукавого возненавиденный, Иисусе живы во свете неприступнем, от области темные яды, Иисусе Сыне Божий бессмертный, от Сына погибели на смерть указанный, Иисусе в нем же льсти и несть, от предателя лестью лобзанный, Иисусе туне себе всем подавая, за сребреники проданный, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствие Твоем. Господа своего и учителя, умилився сердцем и шед вон, плакася горько, призри уба не на мя, Господи, и порази жестокое сердце мое, да слезами моими омыв грехи моя, о я тебе, аллилуйя. Архиерей во веки стал еси пред беззаконным первосвященником Каяфою, владыкой Господь всех, от Твоих уба рабов приявы мучения, прими от нас, сицевая, Иисусе бесценный, ценою купленный, стяжимя в Твое вечное наследие, Иисусе желание всех, от Петра страха ради утверженный, не утвержимя грешного, Иисусе алче незлобиве, от лютых вепрей терзаемый, измимя от враг моих, Иисусе архиерею Своею кровью вшедого святая святых, очистимя от скверн плотских, Иисусе связанный, имея власть вязати и решити, разрешимое тяжкое прегрешение, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем. Бурею крестоубийства дышущей Иудее, послушавши гласа отца лжи и человека-убийцы искони дьявола, отвергоши тебе правый путь, истину и живот, мы же тя Христа, Божию силу, в нем же вся сокровище премудрости и разума, сокровенна суть, исповедающая вопием. Аллилуйя! Аллилуйя!
достойного смерти предаде тебя на пропятие, аще и сам свидетельство ваше, яко ни единой вины обрете в тебе, руце оба свои, умы, но сердце оскверни, мы же чудящиеся тайне вольного страдания твоего, со умилением зовем, Иисусе, Сыне Божий и Сыне Девы, от сынов беззаконные, умученный, Иисусе поруганный и обнаженный, даяй лепоту крином сельним и одевая небо облаки, Иисусе, насыщенный ранами, пятию хлебы, 5000 насытивый, Иисусе, Царю всех, вместо дани любви и благодарения, жестокие муки приемы, Иисусе, нас ради весь день язвенный, у врачу язвы душ наших, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царстве Твое. Боготочную кровью Твою весь облекался Иси, одеяйся светом якоризою, вем воистину, вем со пророком, пошто червлены ризы Твоя, аз Господи, аз грехми моими уязвихтя, Тебе уба мене ради уязвленному, благодарственно зову, аллилуйя. Провидев тя в дусе богоглаголева Исаия, бесчестием и ранами исполнено, ужасся вопияше, видехом его, и не имеешь и вида, ни доброты, мы же зрящие тя на кресте, с верою и удивлением зовем Иисусе, бесчестие терпя человека славою и честью венчавый, Иисусе, на него же ангели зреть и не могут, полонитом озаушенный, Иисусе, по главе тростью ударенный, преклони во смирение главу мою, Иисусе, светлая Твоя часа кровью омраченная и мевой, отврати очи моя, еже не видите суеты, Иисусе, от ног до главы, не имевый целости, всего целое здраво сотвори мя, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царстве Твоем. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царстве Твоем. Проповедник Твоего незлобия, явся Пилат, показа народу, ничтоже быть и в Тебе достойно смерти, но иудеи, яко звери дивии, кровь узревшая, скрежетаху на тебя зубы своими, распни, распни его вопиюще, мы же лобызающие пречистые язвы Твоя зовем, аллилуйя. Воссиял Иси в позор и удивление ангелам и человекам, глаголющий о тебе Пилату, се человек, придите уба поруганному нас ради Иисусу, поклонимся, вопиюще, Иисусе, творчий судье всех, о тваре своя судимый и мучимый, Иисусе, премудрости подателю, ответа безумным не давай, Иисусе, врачу уязвленных грехми, дашь мне врачество покаяния, Иисусе, пастырю пораженный, порази бесов и искушающих мя, Иисусе, плоти мои сокрушенну, сокруши сердце мое страхом Твоим, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидешь и во Царстве Твоем. Всегда приедешь его в Царстве Твоем.
хотя и человека от работы вражей избавите, смирилась и себе пред враги Твоими, Иисусе, яки, акчес, безгласен на закорение виден был еси, везде язва терпя и до всего исцелишь и человека зовуща. Аллилуйя! Казалось ей долготерпение к довойне, ругающейся тебе, по глаголу неправедного судьи, лютейшими ранами уязвляху пречистое тело твое, яко обогритеся ему от ног до головы, кровью сего ради со слезами вопием ти, Иисусе, человеколюбивый, от человек терни ему венчаный, Иисусе, божеством бесстрастной страсти терпяй, до нас от страстей освободиши, Иисусе, спаси мой, спаси мя повинного всем мукам, Иисусе, всеми оставленный, утверждение мое утверди мя, Иисусе, от всех оскорбленной радости моя, возвесели мя, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, и когда придеши во Царствие Твое. Иисусе, Сыне Божий, Тебе, Моисей, Илья, на фаворе глаголища у исходе Твоем, Его же ныне скончаваешь в Иерусалиме, там, оба видевши славу Твою, здесь же спасение наше узревши зовут. Аллилуйя! Гонимый многие ради множества грехов моих, претерпелось и поношение, и муки, единибудь опротивно быть, и кесарю глаголю, друзья, яко злодея осуждают, и ниже возьми, возьми, и распни вопиют, от всех уба осужден мы на пропятие ведому, Тебе, Господу, из глубины души глаголем. Иисусе неправедно осужденный, судие наш не осуди нас по делам нашему, Иисусе, изнемогай на пути, под крестом сила моя, в час скорби озлобления моего не остави меня. Иисусе, взывая помощи ко Отцу, подвигоположнище мой, в немощи моей укрепи мя. Иисусе, бесчестие приемы, слава моя от славы Твоя не отрими меня. Иисусе, образе пресветлой ипостаси Отче, преобрази мое нечистое и мрачное житие, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда придешь его Царствие Твоем. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда придешь его Царствие Твоем. Все естество смятеся, зря тебе на кресте повешено, на небеси солнце, лучи свои скры, земля потрясеся, завеса храма раздрася, камени распадеся, от умершей звежи мы же поклоняемся на месте, и держи стоясь и причисти нозе твои вопиющие. Аллилуйя! Много глаголют, но не могут достойно благодарения воздать и божественным страстям Твоим человеколюбчие. Наша же душа и тело, сердце и все составы с умилением к Тебе взывают. Иисусе, пригвождейся на кресте, пригвозди и упраздни рукописание грехов наших. Иисусе, руцы со креста простирай ко всем, привлеци имя заблудшего. Иисусе, двери овцам, в ребра прободенной, введи мя язвами Твоими в чертог Твой. Иисусе, плотью распятый, распни плоть мою со страстьми и похотьми. Иисусе, скончавайся в муках, дашь тьми, да сердце мое не судит. И на что видите, то, чьи Тебе распято. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда придеши во Царствии Твоем. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, и да придешь во Царствии Твоем.
прости, хотя и мир слепых, хромых, прокаженных, немых и глухих исцелил еси духов, лукавых отгнал еси неразумение же иудеи, злобою дышаще и завистью мучими пригвоздишь тебя ко Христу, неведущие пети Аллилуйя. Вечный Иисусе, весь страждеши за мое невоздержание, да всего мя чисто сотворишь и во всем образном подаяй, да последуем стопам Твоим зовуще, Иисусе, любы неисследимые распеншим, тя греха не поставь, Иисусе, с воплем крепким и со слезами в вертограде моляйся, научи нас молитесь, Иисусе, вся пророчестве о Тебе исполни вы благих желаний сердца нашего, Иисусе, Дух Твой в руце Отцу предавы, в час исхода моего прими Дух мой, Иисусе, ризы Твоя разделите невозбранивый, кротко душу мою от тела отдели, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидешь и во Царстве Твое. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидешь и во Царстве Твое. Пение всеумиленное приношаша Тебе, всенепорочная Матерь Твоя, глаголющая, ащая, страждеши на кресте, но всем Тя из чрева прежде деницы, от Отца рожденна, вижу, бо яко тварь вся, страждет Тебе, предаешь и Дух Твой Отцу, и мой Дух приими, и не остави мне зовущую. Аллилуйя! Яко светоприемная свяща, у креста Твоего горящей любовью к Тебе и матернею два, дева непорочная обдержавшаяся, болезнью заходящую Тебе во гроб, истинному солнцу правду, с нею же из сердца нашего молитвы примись и целуя, Иисусе, вознесися на древо до нас, падших совознесеши к Отцу Своему. Иисусе, девственнику преснодеву, а во Матерь даровавый до нас, девству и чистоте научиши, Иисусе, Тебе, Бога Слово родший ученика, Богословове, вручи нас всем, ея матернему заступление, Иисусе, мира и ада победителю победи, неверие, гордость житейскую и похоть очест, в нас живущий Иисусе, смерти держава разрушителю, вечной смерти избави мя, Иисусе, Сыне Божий, помяни мне нас, егда приидеши во Царстве Твоем. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царстве Твоем. Благодать Твою подошни, Иисусе, Боже мой, приимя, як же приял еси Иосифу с Никодимом, да яко чистую плащаницу душу мою принесу Тебе, и вонями благодетелей помажу пречистое тело Твое, и яко во гробе во сердце моем имею Тя зовы. Аллилуйя! Распятие, поклоняемся страстям Твоим Христе, веруем сотникам Якова истину, Божий Сын Еси,
прийди, имей на облацах силу и славы многую, тогда уго не посрами нас кровью Твоей искупленных, и так вопиющих Иисусе многострадальный, рыданием Девы, Матери Твоя вечного плача и схитимы, Иисусе от всех оставленный, не остави мя единого в час смерти моей я. Иисусе, с Магдалиной ногами Твоими, касающаяся приимя, Иисусе, с предателем и распеншими Тя, не суди меня, Иисусе, с разбойником, благоразумным у рай введи мя, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, когда приедешь во Царстве Твое. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, когда приедешь во Царстве Твое. О Иисусе Христе, Отче Божий, земли грехи мира, прими малое сие, как сие души наши, приносимое Тебе благодарение, исцелены спасительными Твоими страданиями от всякие болезни душевные и телесные, оградины крестом Твоим от враг видимых и невидимых, и при кончине живота нашего не остави нас, да смертью Твоею, избавшейся вечной смерти, мы назовем Тебе. Аллилуйя! Христе, Агнче Божий, в земле грехи мира, прими малое сие от сия души наше, приносимое Тебе благодарение, исцеленные спасительными Твоими страданиями от всякие болезни душевные и телесные, оградины крестом Твоим от враг видимых и невидимых, и при кончине живота нашего не остави нас, до смерти Твоей избавшейся вечной муки, выну зовем Тебе, Аллилуйя. Мира, прими малое сие, от все души наши, приносимое Тебе благодарение, исцелены спасительными Твоими страданиями от всякие болезни душевные и телесные, угрозены крестом Твоим, от враг видимых и невидимых, и при кончине жития живота нашего не остави нас, до смерти Твоей избавшейся вечной смерти, выну зовем Тебе, Аллилуйя. Стояние восполняя, не от ангела восприял еси, но мне ради Бога сый, человек быв человека, грех ради умерша, животворящим телом и кровью Твоей оживил еси, тем же то лицы любви Твоей, благодарь несущего пием Те, Иисусе Боже, любы предвечная, яко нас земнородных воз, благоволивый Иисусе, милости безмерная к человекам падшим, долу не сшеды Иисусе в плоть нашу, оболкися и смертью Твою смертью, державу разрушив Иисусе божественными, Твоими тайнами нас обожив Иисусе, страданьми и крестом Твоим весь мир искупивый, Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царстве Твое. Иисусе, Сыне Божий, егда приидеши во Царстве Твое. Yeah.
жертвы. Раздели шаризы моя себе и о одежде моей меташа жребий. Посла Петра и Иоанна рек, шедша уготовай-то нам Пасху до ямы. Он же рекоста ему, где хощеше уготоваем. Он же рече има, всевосходящим вам Авоград, срещет вы человеку с удельницы воду нося, по нем иде-то в дом, он же входит, и рце-то дому владыце, глаголит тебе учитель, где есть обитель, и где же Пасху, соученики моими с ним, и той вам покажет горницу велию послану, ту уготовай-то. Шедша же обретоста, яко же речи има, и уготоваста Пасху, и егда бы сейчас возлеже, и оба на десяти апостола с ним, и речи к ним, желанием во живех, сию Пасху ясти с вами, прежде даже не приму мук, глаголю бо вам, яко от селени имам ясти от нея, донде же скончаются во Царствии Божии, и прим чашу хвалу воздав рече, примите сию,
и разделите себе. Благо любу вам, яку не имам пите от плода лосного, донде же Царствие Божие приидет. И прим хлеб хвалу воздав, преломи и даде им глаголя, сие есть тело мое, еже за вы даемо, сие творите в мое воспоминание. Так ужде же и чашу по вечере глаголя, сия чаша новый завет моею кровью, еже за вы проливается. О паче, се рука предающего мя, со мною есть на трапезе, и Сын уба человечески идет по реченному, обаче горе человеку тому, им же предается. Идти на чаше искать и в себе, который уба от них, хотя и сие сотворите, бысть же и пря в них, кимница их быть и болей, он же рече им, царя язык господствует ими, и обладающие ими благодатели нарицаются. Вы же не того, но более вас, да будет яко мний, и старей яко служай, кто бо волей, возлежай ли или служай, не возлежай ли. Аз же посреди вас есть, яко служай, вы же есть прибывши со мною в напастях моих, и аз завещаваю вам, яко же завещал мне Отец мой царство, да ясте и пиете на трапезе моей во царстве моем, и сядете на престолях, судяще обе монады сетекуленума Израилевума. Рече же Господь, Симоне, Симоне, все сатана просит вас, дабы сеял я по пшеницу, аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя, и ты некогда убрашься, утверди братью твою. Он же рече ему, Господи, с тобою готов есть и в темницу, и на смерть идти. Он же рече, глаголю тебе, Петре, не возгласит петел гнесь, донде же трикраты, отвержешься мне, не видите. И рече им, егда послах вы без влагалища и без меха, и без сапог, еда, что лиши не бысте, о ни жереша, ни часо же, рече же им, но ныне иже и мать влагалище да возьмет так ужде и мех, а иже не имать, да продаст ризу свою и купит нож. Глаголю бо вам, яко еще писаное се подобает, да скончается о мне, еже и со беззаконными вменися, ибо еже о мне кончину имать. О ниже реша, Господи, се ножа сдедва, он же рече им довольно есть. Ишет, идя по обычаю в гору Елеонскую, по ним же и душа ученицы его, вы же на месте речи им молитеся, да не внидите в напасть. И сам отступи от них, яко вержением камени, и поклонь колена, молявшися глаголя, «Отче, ащего лишь и мимо нести чашу сию от меня, обаче не моя воля, но твоя да будет». Явися же ему ангел с небеса, укрепляя его, и быв в подвизе, прилежнее молявшися, бысть же пот его, яко капли крови, каплющая на землю, и восстав от молитвы и пришед к ученикам, убрите их спящих от печали и рече им, что спите, восставши, молитеся, да не внидите в напасть. Еще же ему глаголющу се народ, и нарицаемый Иуда, един от обоюна десяте, идяше пред ними, и приступи к Иисусови, целовать его. Сие бобе знамение дал им, его же аще лапжу той есть. Иисус же рече ему Иуду, лапзанием ли сына человеческого предаеши. Видевши же и же беху о нем, бываемое реше ему Господи, аще ударим ножем, и удари един некий от них,
архиерея раба, и уриза ему ухо десное. Отвечав же Иисус рече: «Оставите до сего», и коснувся ухо его, исцели его. Речи же Иисус ко пришедшим нань, архиереям и воеводам церковным и старцем: «Яко на разбойника ли, и зыдосте со оружием и дрекольми, я темя, по вся дни сущими с вами в церкви, не простросьте руки на мя, но се есть ваша година и область темная». Емше же его ведуша и ведуша его во двор архиереев, Петр же во свет идяша издалеча, возгневшим же огни посреди двора, и вкупе сидящим им, сидяша Петр посреди их, узревшая же рабыня некая, сидящая при огне, и возревши на нерече, и сей с ним бе, он же отвержися его глаголя жену, не знаю его, и помали другие, видев его рече, и ты от них еси. Петр же рече: «Человече, несмь!» И мимошедшу уба часу единому, и некий крепляшеся глаголя: «Воистину и сей с ним бе, ибо галилеянин есть!» Рече же Петр: «Человече, не вем, еже глаголеши!» И обеище глаголющий ему: «Возгласи, Петел!» И обращся Господь возри на Петра, и помянут Петр слово Господне, яко же речи ему, яко прежде даже петел не возгласит, отвержишеся мне трикраты, и ишет вон, плакася горько. И мужи, держащие Иисуса, ругавуся ему бьюще, и закрывши его бияху его по лицу, и вопрошаху его глаголюще: «Правцы, кто есть ударите?» И иномного хулище глаголу кунань, и яко бысть день, собравшися старцы людские и архиереи и книжницы, и ведуша его на сон свой глаголюще: «Аще ты еси Христос, рцы нам!» Рече же им: «Аще вам реку, не имете веры, аще же и вопрошу вы, не отвещаете ми, ни отпустите. От сели будет Сын Человеческий сидяй, одесную силы Божия. Греша же вси, ты ли уба еси, Сын Божий?» Он же к ним рече: «Вы глаголите, яко аз есмь. Они же реша, что еще требуем свидетельства, сами во слышахам от уст его». И восставше все множество их, ведоша его к Пилату, начаша же на них вадите глаголюще: «Сего обретухом развращающий язык наш, и возбраняющий кесареви дань даяти, глаголюще себе Христа царя быти». Пилат же вопроси его глаголя: «Ты ли еси царь иудеум?» Он же отвечал рече ему: «Ты глаголеши». Пилат же рече по архиереям и народу: «Никое же вины обретаю в человеце сем, униже крепляхуся глаголюще, яко развращает люди, уча по всей Иудее, начен от Галилеи до сте». Пилат же слышал Галилею вопроси: «Аще человек галилеянин есть?» И разумев, яко от области Иродовы есть, послай его ко Ироду сущу и тому во Иерусалиме в те дни. Ирод же, видев Иисуса, рад бысть зело, бебо желая от много времени видите его, за не слышаше много о нем, и надеяшеся знамение некое видите от него бываемо, вопрошаше же его словесы многими, он же ничесо же отвещаваше ему. Стоях уже архиереи и книжницы, прилежно вадяще нань, укорив же его Ирод свои своими и поругався, а волк его в ризу светлу, возврати его к Пилату. Быста же друга Ирод же и Пилат в той день с собою, прежде бо беста вражду имуща между собою.
Пилат же, созвав архиерей и князей и люди, речи к ним, «Приведу с теми человека сего, яко развращающие люди, и се аз пред вами истязав, не единое же обретаю в человеце сем вины, я же нань вадите, но не ирод, послав бы его к нему, и се ничтоже достойно смерти, сотворено есть у нем, наказав убо его, отпущу. Нужду же имяше на все праздники, отпущать им единого. Возопиша же всенароде главолюще, возьми сего, отпусти же нам Вараву. И же беза некую крамолу, бывшую в ограде и убийство, вержен в темницу. Паки же Пилат возгласи, хотя отпустите Иисуса, они же возглашаху глаголюще, распни, распни его, он же третицею речи к ним, чтобы зло сотвори сей, ничто же достойно смерти, упреток в нем, наказав убо его, отпущу. Они же придержаху гласы великими, просящие его на распятие, и устоя у гласе их и архиерейстии. Пилат же, посуди быть и прошению их, отпусти же бывшего за крамолу и убийство, всажденно в темницу его же прошаху, и Иисуса же предаде воле их, и яко поведуша его емше Симона некоего Киринея, грядущая села, возложиша нань крест нести по Иисусе, идяша же во след его народ мног, людей и жены, я же и плакахуся, и рыдаху его. Ображься же к ним, Иисус, рече, тщери Иерусалимский, не плачетеся о мне, обаче себе плачете и чад ваших, яко си дни грядут, где же рекут, блажены не плоды и утробы, я же не родиша, и сосы я же не даиша. Тогда начнут глаголоти горам, падите наны и холмом покрыте ны. За не аще в сурове древе сия творят, в сусе, что будет. Ведя уже и иного злодея с ним убить, и да придуша на место нарицаемое лобное, ту распяша его и злодея, овага оба удесную, а другага ашую, Иисус же глаголаше, Отче, отпусти им, не ведят, бо что творят, разделяющие же риза его метаху жребия, и стоя у людия зряще, ругахуся же и князи с ними глаголюще, иные спасе, да спасет и себе, а щето есть Христос, Божий избранный, ругахуся же ему и воине приступающе, и оцет предеющий ему и глаголоху, аще ты еси царь иудейск, спасися сам. Веже и написание написано над ним письменный еллинскими и римскими и еврейскими, сей есть царь иудейск. Един же от обешенную злодею пулеша его глаголя, аще ты еси Христос, спаси себе инаю. Отвещав же другие, прещаша ему глаголя, не ли ты боишься Бога, яко в том же осужден еси, и мы убав правду, достойное, по делу мною восприемлива, сей же, ни единого зла сотвори и глаголоши Иисусови, помяни имя Господи, егда приидеши во царствие си, и речи ему Иисус, аминь глаголю тебе, не со мною будешь и в раи, беже час яко шесты, и тьма бысть по всей земли, до часа девятого, и померче солнце, и завеса церковная раздрася посреди, и возглаш гласом велием Иисус рече, Отче, в руце Твои предаю дух мой, и сие рек истше. Видев же сотник бывшее прославе Бога глаголя, воистину человек сей праведен бег, и все пришедшие на родину на позор сей, видяще бывающее, бьющее перси своя, возвращахуся,
стоях уже все знаем его издалеча, и жены, спаследствовавшие ему от Галилеи, зряще сия, и се муж именем Иосиф, советник сый, муж благ и праведен, сей небе пристал совету и делу их от Аримафея града Иудейска, и жечаяше и сам Царствие Божие, сей приступ к Пилату, проси телесе Иисусова, и с ним я обвит плащаницею, и положи его в гробе иссечение, в нем же ни пеник тоже никогда же положен, и день вепяток, и суббота святаше, вослед же шедшие жены, еже веку пришли с ним от Галилеи, видяше гроб, и яко положено бы с тела его, возбравшися же уготоваше ароматы, и миро, и в субботу убо, умолчаша о заповеди. Сестры, сегодня мы слушали Евангелие от Луки, и в Великом посту Церковь нам предлагает эти чтения, чтение Великого Пятка, чтения, посвященные страданиям Христа, Христу и смерти Его. Поскольку и это совершается на крестопоклонной неделе, и нашей воскресной встречи, совершается потому, что крест является центральной тайной Евангелия, всей христианской жизни, всего понимания христианства. И очень сложным вопросом для каждого человека, который перед ним всегда возникает. И чтение, которое мы слышим, те события, которые мы каждый раз переживаем, и каждый раз заново, и невозможно быть равнодушным к этим событиям, и комментировать здесь, наверное, и нечего, и какие-то говорить проповеди с поучениями, с какими-то наставлениями, тоже, наверное, не совсем правильно, поскольку событие, которое совершается, оно превосходит всякий глагол человеческий, всякое понимание человеческое, и все наше, вообще нашу жизнь полностью, и мы не можем охватить это таинство. Это таинство Христа, оно возникает перед каждым человеком, и мы видим со стороны людей очень часто полное непонимание Христа. И Христос, которого мы видим в Евангелии, Он был совершенно одинок. Мы это часто не замечаем. Вокруг Христа много людей, ученики, последователи. Но и тогда Христос был очень одинок. Кто Его по-настоящему понимал? Зачем Он пришел, что Он делает, кто Он такой. И все эти проблески у апостолов, которые стучались, Христос этому очень радовался.
и вдохновляли Христа. Но в целом мы видим картину очень печальную. Даже ученики, его близкие, до конца не могли понять, что происходит. И особенно одиночество Христа мы видим в последние его дни. В последний день, когда все его оставили, все его бросили. Никто не поддержал его, никто не поучаствовал в его жизни. И поэтому сегодня легко рассуждать человеку, который читает Евангелие, где бы он оказался, на чьей стороне, как бы он судил, что бы он говорил, какие бы оценки давал. Это очень сложные вопросы все, и нельзя здесь дать очень быстрый ответ. И этот крест, который перед нами, мы его видим, и мы его не понимаем. И потому не приемлем зачастую. Наверное, те страдания, которые мы видели в Евангелии, когда вся злоба этого мира ополчилась на человека безвинного, человека, который, вопреки ничего не глаголит и свободно выбирает эту смерть, вот, конечно, это вызывает разные чувства, и сожаление, и грусти, но не об этом речь. Это не для того, чтобы с вами грустили, сожалели, и как-то вот были печальными, и поэтому слово «пассия», «страсти», что оно вызывает? Это не для того, чтобы мы с вами здесь сокрушались о чем-то. Вот. По-настоящему участие в жизни другого человека – это не чувство, которое мы должны испытывать. Речь не о чувствах, которые человек должен почему-то сейчас испытать. И религия, христианство, оно вовсе не в чувствах. Оно занимает всего человека, занимает его разум, занимает его волю. И в чувства в том числе, и ими не исчерпывается. И поэтому здесь вообще не про чувства. А мы с вами видим в этой жизни много страданий тоже. Евангелие, оно как раз показывает это все, рассказывает про нашу жизнь современную, про эту жизнь несправедливую, наполненную страданиями, наполненную несчастьями, наполненную болью. Вот. И кажется, человек в религии ищет чего? Ищет человек в церкви зачастую. А он ищет обратных вещей. Он ищет успокоения, он ищет счастья, ищет покоя, ищет понимания, ищет того, чтобы у него было все хорошо, чтобы экзамен сдать, чтобы дети не болели, чтобы сосед был хороший, чтобы еще что-то было. Ты приходишь ко Христу со своими этими вопросами, кажется, что ты тут не видел, со своими такими вопросами, которые вообще кажутся здесь вообще неуместными. Ты зачем приходишь в церковь? Для того, чтобы решить свои жизненные вопросы и проблемы. И это полное непонимание христианства. Это та религия, которая не приближает к Богу. И поэтому крест является таким сложным вопросом для каждого человека, который надо принять, последовать за Христом. И здесь есть два важных вопроса. Это свобода человека и любовь, ради которой, в общем-то, все и совершается. С одной стороны, Христос являет нам подлинную свободу. Он свободно следует на страдания, и Он свободен от греха. И свобода Его, что Он до конца был послушлив Отцу, даже до смерти. Он делает это абсолютно свободно, не под принуждением, не потому, что Он попался, Его кто-то попытался наказать за что-то, обвинить в чем-то и умертвить Его на кресте. Нет, Он совершенно свободно это выбирает, показывая нам пример. Ну и кроме того, крест Христов являет нам необычайную любовь Божию. Мы сами Бога не знаем, даже не догадываемся, какой Он. И любовь, именно то, что открывается в кресте, открывается необыкновенная любовь Божия, когда Господь сходит до креста, до глубин ада, до глубин страдания ради одной причины, чтобы быть ближе к нам, чтобы явить настоящую любовь. А какая она, эта любовь настоящая? Кто ее видел? Все мы думаем, что мы кого-то любим, мечтаем кого-то любить, чтобы нас любили. И все это нарциссизм, эгоизм в высшей степени. А христианство, оно совсем другой любви. Не о чувствах и эмоциях, а о жертвенности, самопожертвовании и полной отданности Богу. И Христос являет такую любовь, показывая нам действительно, вот, ради чего все здесь происходит. И христианство таким образом есть такой вот очень тяжелый крест для человека, такой призыв. И именно Великий пост, именно аскеза человека, все, что мы в церковном называем жизни, необходимое для спасения, оно для какой цели единственной?
и от того, что сами научились любить, видеть своего ближнего, научиться любить по-христиански. А нам кажется иногда, что зло, оно где-то там летает над Немигой, где-то там в космосе, где-то там в президентском дворце, еще где-то каких-то людей неправильных. А зло, оно не там далеко, а зло внутри нас. В нашем сердце сокрыто это зло. И наша задача с помощью креста Господня, Его божественной любви, победить в себе это зло, преодолеть его. И для этого нам нужна аскеза, упражнение, пост, молитва, богослужение, участие в церковных таинствах для того, чтобы прикоснуться к этой любви и последовать за Христом, к Его светлому Христову воскресению. Аминь. Thank you.
чести и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божиих, братьев, благотворителей и прихожан святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святим и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, Творче неба и земли, Спасителю мира, сиазь недостойный и паче все грешнейший, смиренно колено сердце моего пред славою величества Твоего преклонив, воспеваю крест и страдания Твоя, и благодарение Тебе, Царю всех, и Богу приношу. Яко благоизволил еси вся труды и всякие беды напасти и мучения, яко человек понести, да всем нам во всяких печалях, нуждах и озлоблениях состраждущий помощник и спаситель будешь и. Вем всесильне владыку, яко вся сия тебе, убо не быша потребна, но человеческого ради спасения, да всех нас искупишь от лютой работы вражия, крест и страдания претерпел еси, что убо воздам тебе, человека любче о всех, я же пострадал, если меня ради грешного не вем, душа бо и тело, и вся благая у Тебе суть, и вся моя Твоя суть, и аз Твой есмь. Точно бесчисленное Твое благоутробне, Господи, милосердие надеяся, пою Твое неизреченное долготерпение, величаю неисповедимое истощание, славлю Твою безмерную милость, поклоняюсь и пречистым страстям Твоим, и вселюбезно лобызая язвы Твоя выпью, помилуй мя грешного, и сотвори, да не бесплоден будет во мне крест Твой святый, да причащаяся здесь верою страданием Твоим, сподоблюся видеть и славу Царствия Твоего на небеси. Всех людей, свет во откровении языков и слова людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые пости, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Благослови, 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 благосл
честных небесных сил бесплотных, святых славных и всехвальных апостол и живо святых отца нашего Кирилла, епископа Туровского, и преподобного Тита, чудотворца, его же и памятный несовершаем, святых и праведных Бога, Отец, Иоакима, и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Православные христиане, Господи, сохрани их на